Начало 20 века. На острове Крит британский археолог Артур Эванс открывает неизвестную цивилизацию бронзового века. Ее назвали Минойская. Во Франции женщинам разрешено заниматься адвокатской деятельностью. В это же время в Германии изобретатель граф Фердинанд фон Цепелин осуществил первый испытательный полет дирижабля, впоследствии так и названного Цепелин. В американском штате Коннектикут предприниматель Луи Лессинг придумал гамбургер. На стыке 19-20 веков неизвестный автор сфотографировал одно из важных событий в жизни казахского аула. Вереница людей на конях и верблюдах вскоре снимется с места, но еще нужно разобрать юрты, погрузить имущество и собрать весь скот. Приглядитесь, в центре группы можно заметить человека с зонтом. Вероятно, это какой-то путешественник или заехавший посмотреть на кочевку чиновник. А может, это местный султан, решил похвастаться диковинным аксессуаром. Чуть больше известно про эту фотографию, конец 19 века. Это кочевка в Семипалатинской области. Аульчанин показывает фотографу Самуилу Дудину, как на верблюде перевозят домашний скарб и шанырак, верхнюю часть юрты. Такое средство передвижения могли себе позволить только самые богатые. Кочевье было основой жизни казахов. На этом держался весь уклад. Разведение скота, жизнь в седле, переносной вид жилища. Особенным был даже день перекочевки. Это отражает еще одна фоторабота Дудина. Он встретил в степи группу нарядно одетых девушек и детей. Кочевка – это праздник. Все одевались в лучшую одежду, украшали коней и с песней отправлялись в путь. Французский ученый Поль Лабе, путешествовавший в конце 19 века по степи, также запечатлел кочующий караван. На его снимке видно, как женщина верхом на лошади оглядывается и проверяет, все ли в порядке с имуществом. Судя по ландшафту на фото, здесь скудный травостой. А это означает, что аул остановится всего на 2-3 дня. Затем снова в путь. Наконец, долгожданная стоянка, и люди устанавливают юрту. В урочищах с обилием травы, хорошим водопоем аул располагался на несколько дней. А если позволяли условия, то и больше. Несмотря на трудности перехода, летние перекочевки – самое радостное привольное время. Люди наслаждались свежим мясом, молоком, кумысом. В это время справлялись свадьбы, проводились игры, скачки, состязания борцов. Люди слушали сказителей. В первой половине 20 века казахи осели, и сегодня о перекочевке нам напоминают лишь старинные фотографии.